кто он, кто я. Не, на циркуле X5, вообще на циркуле 3.5. А что, мы стартуем уже? Там делать, это я хуй знает. Не, подожди, вот, у нас... Ну, плюс там... Мы... Все тут. Ну да, только нам уже тело нужно. Ну, а что вы в хуйню какую-то засумонили? Нормально, можно тебе засумонить тролля? Ой. Потому что какой-то попущ. Чекал сейчас этого Равенина. Ушел в гильду, которая отличается от нас только тем, что они закрыли роботов. Все. Тот же самый прогресс. Я же рассказывал, почему он ушел. И пиздец, блядь. Я ебу нахуй. А получается у нас... Мы начали бивать Халика. Сейчас приоденемся. Тоже будем бивать. Он ушел не из-за прогресса. А из-за чего? Из-за того, что его и не берут? Да, потому что его 25-ки не берут. Потому что желание... Ну, да. Может, ауру да. Сменить паладину или не надо? По кайфу. Ну, по кайфу с конем. Чего вы начинаете сразу? Ёбаный цыган. Сам ты цыган. Что ты сделал? Ладно, без негатива. Пока что. Ой, блядь. Так что у нас на 10 будет или мы в 9 тело идем? Ну, Призн молчит, он ничего не пишет вообще. Он мне отписал. Не, ну все. Ну все тогда. Забейте вы на Геру. Занят человек все. Да. Сиджу, пойдешь с нами? Пожалуйста. Нет, один призрак. Можно кого взять? Сиджу, Биг ДМ. А, Биг ДМ сейчас спать идет. Рарник пойдешь? Ага. Заберем, пожалуйста. На сова есть спек, так что вы могли бы его тоже, кстати, взять. На РДДшку. Он услышал нас, видимо. О, присоединился! Кто? Ура! Призом. Сейчас мордан твой выйдет или... Я ему гулевать, ладно, ребят. Разбежавшись, прыгну со скалы. Дай, блять. Ты там щитки раскидывай, скала. Уэн Джонсон? Получается. Джонсон, бэйби. Не помню. От кринжа. Кринжанул просто слишком сильно. Для него. Простите. Ну, вставайте. А ну и лет. Так надо было. Не бесит. Плачет. Бен. Это будет плачет. Ладно, смотреть мне почему. Опять наебали, да? Раздайте каски, пожалуйста. Что всем будет? Главное не переживать. Угу. Нервы важнее всего. Призывы шуманули, нет? РЛ барабан. Надеюсь, много. Давай, Бен, полядешь. Все, теперь ты РЛ. Никого вообще-то не должно волновать, ни тебя даже. Пиздец. Раз шутки Мордан. Расскажешь. А. Тебе есть алициты с собой? Нет, откуда бы. Херово. Не, на конечно есть банки у меня, но у меня нет инжи. Сколько тебе надо? Мне нужен этот один камень костовый буквально. Сделать, чтобы... О, сюда. Сколько он там? Да, забей. Знаете, что у меня вообще... Вот мне пригорает только с одного, что такие рейды, как Кража, как Зуламан, обязательно нужен ДК. Прям обязательно.
Ну, в два танка как бы идти смысла нету, типа ты теряешь одного ДДшника. Поэтому... Да, бог тебе, закончились пиздюлины. Стоп, да. Наши здесь все были в карьер? Ну, нет. Кто не был? Первый раз. Я первый что? Раз. Бичи, что ли? Согласен. Я знаю, что делать на смотрителе. Ну, Мордаунс расскажет. Ага. Смотри, делаю сейчас смотритель, нажимаешь ВШ, а покидываешь тело сел. Я знаю тактику насмотра. Ну все. Зачем ты мне объяснять тактику? Главное тут покидывать тело. Да, главное покинуть тело вовремя. Бегите, глупцы. Опа, ешка. Опа. Сюда, блядь. Огромный. Там самое главное, когда этот Poison выйдет. Не Poison, а подожди. Lightning выйдет. Не нажимать кнопочку на касте аннигиляции, и все будет ровно. Да. Макрос у всех есть на аннигиляцию. Нет, это. Далька, когда выйдет этот, как его? Господи, Аркан. Даже не Аркан, кто выйдет у нас. Ну, Lightning. Лайтинг, ты его в конце не добиваешь, просто побил его немножко и не добиваешь. Не его, а сферы, блядь. Ну, сферы, ладно, тем более сферы. То есть сферы не трогать или что? Да, 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 сферы просто не добиваешь. Он самый первый будет как раз. Тем более, думаете, на нем отдать эту геру? Геру ждается на этом, на лайтинге, чтобы его зергануть. Или хак вообще. Гера вроде дается на этих, на рунах, нет? Мы на лазинге давали, на сверках. Я думаю, типа вообще, похер на ком Геру давать. Да. Главное ее сдать. Главное знать так. Тут на Геру пох. Еще на лайтинге надо оранжу. Набрать. Что надо? Да, сейчас рейндж пропишите. 10, 5. Вообще, может, надо мобов забирать, танкист. Есть барабаны у кого-то? Да, есть. Я кого-то слышал это сделать. Друидовские. Есть. А, у меня тоже. Полюбу поставить. Ставь. Давай-ка. У меня только две осталось. Одна осталась. Почему Кризен умер? За шкафом. Сейчас ну, есть. Сложила. Мордаун-то у тебя есть хотя бы ЛКшный камешек? Не, я не таскаю свой камни. Блять. Ну, типа, а, нафига вообще. Будет счет с руном. Спасибо. Я просто... камнями проставили. Когда будет арни? На хосту еще один приз. А что ты за... А, ну расставляй его. А в то время 25-ки типа нормальный каст, а тут... Что-то не хватает, а каст говна. Лайк для чего? Это который из сферы? Да. Я тебе не могу найти обмен, дай мне тоже. В фрейме можешь просто тыкнуть. А, ну, макрос скинь что-нибудь в дилку. Спасибо. Так. Отойду быстренько. На пару минут. С рунами. Poison, ядовитый, латин. Макро, сделайте вон тут. А худилки есть? Короче, со стороны квадрата стою я и МВП Хан, закрываем руны. Со стороны черепа пускай будет Троуд и Биг. Это, ой, кто там? Пенсилер. Туда. Со стороны черепка. Два мага. Мне нужно подрезать. И что с этим макросом? А, короче, если ты добиваешь сферу, вот сейчас будет с этого лайта появляться сфера, если ты добиваешь ее, то у тебя появляется кнопка. И когда нажимаешь на эту кнопку, ты забиваешь каст. Каст надо забивать, каст аннигиляции. А, вот. Ебать.
Да, да. Все, доставили меточки? Погнали. Давайте. Там указ длины такой. Давайте чиним. Ну, хилы закрывают в центре. Давайте. Танк закроет около босса. Другие страхуют. Так, ну с тобой вкладывай. 100 голды. Геру можно дать на этом прям. Правильно, нужно, правильно. Потому что это самый мерзкий. Появилась сфера, играем в сферу. Кто не сделал макрос, не бейте сферу. Да есть стандартные. Сбивай каст, сбивай каст. Каст. Нажал на макрос, нажал. Анимаю. Не сбили. Точно работает, блять, макрос. Там кнопка должна еще появиться, если макрос не нажимать. Я встану, у меня осталось. Прям так же, когда типа медитируешь, в комнату входишь. Ой. Типа того, там такая, блядь, да. Я понял. Блядь. Вы что, сдохли? Да. Давайте да, нажимать будут только те, кто, ну, там, кто шарит. Вот. Ебать мой бичи. Блядь, давай я не могу. Масуху так не может. Сказал, они тебя наебут там, не на полчаса. Потому что у меня масуха, блин, в книжке валяется. Потому что ты бич. Ты не выношу на панели, мне так места не хватает на панели. Все, рыба кончилась, до связи. Прикошел. Какая боль. Слава, там кнопка появляется, если у тебя стандартные панельки. Нет, у меня тоже появляется кнопка. Она появляется в любом случае, это не важно где. Это даже есть вот у меня стоит бартендер, даже на нем у меня появляется все нормально. Да. Дайте лапку. Да, получили все? А есть лапка. Ого. Да. Крик на хп, дай, Делька. Может, на кулак? Все, ладно, нам идет. Хит не успел, нихуя не успел. Раньше наберись. Есть. Если у нас проводник молнии, то надо бежать от всех. Сфера. Просто наберите еще. Троуд. Готовься. Каст, сбивай каст. Сбили? Еще сфера, да. Болт, красавчик. А еще кто-нибудь руну потом не закроет. Троуд можешь прям подольше посмаковать. Хорошо. Проводник молнии на. Переграть сердце. Все, он сменился. Пусть мы все сбежим в центр. Иди его с центра. Призм тот. Мелики не бьют. Мелики стоят, фоткают босса. Желание просто тесты. Но мелики могут бить, если знают как. Если знаешь, как убей, пожалуйста. Как бы законом не воспрещает. А чё вот ковыряет этого, ладненько? Мордаун, стань ближе к черепку на следующем боссе, а Авелания станет ближе к квадрату, чтобы если, что, если появится с какой-то стороны хочу. Три сферы закрыть. Так сделаем.
Так, да, все, убегаемся. Набрали рейндж. По местам стали. Ну, ближе к квадрату тогда. Да, ближе к квадрату. Включай по. Я закрываю дальнюю, самую дальнюю сторону квадрата. Тайный рун на 5 секунд, сейчас появится. Готовьтесь. Что там, фулл стоять все, не помню, или выйти да, вроде. Да, да, фулл стоишь. Когда там взорвутся, они так... Так, закрыли. Оп, закрыл. Челик да, дальше закройте. Вот, взорвались, можно... Рохан где-то далеко. Я хантайн достаю шелфера. Я закрывала там в черепочке. Таймер руны 5 секунд. Так. Далее это разгробовало. Угу. Все закрыли, отлично. Да, вроде бы. Чего добили босса? Сейчас еще будет. То набьем на мужика. На группуйте просто, рыльте печеньку, кому надо. ВЦ. Ничего не видно. Вообще бы ханту да. Вот эти хорошие. Ну, рыльте. А на прото на нцет что идет? На прото грудак. Грудь вроде ли голова? Нет, грудь. Грудь. Бенчик, да? СТТГ почем? Я. О, плечи мои. Где они? О, нашел. Тебе обязательно надо СТТГ ступни? С чаркой. Убить. Убить, он у него не был. Ну нет атаки. А что, он понять здесь там может? Да, он вообще не бьет, есть. Он сломан. Да. И этот гульбак. Там. И пояс еще одна фурика тебе, обязательно. СТТГ на фурика пояс, да, получается? Да, там пояс с мастеркой. Кожаный печатки. Грудь и ступни это на танка, да? Да, грудь и ступни это на танка. И еще кисти тебе нужны. Обязательно на фурика кожаные. Блин, некромантка, ты чё? И запы. Чё ты эти чёрные демоны? И запы. Угу. Платные. Настолько кастеров да, миллион. Бег, ну. Ай-яй-яй. ГП. Так а чё, блин? В рейзе были, я, Притон и Лианочка, блядь. Три демона. Или демона? Фига. Я решил уже, думаю, ладно, поразвлекаюсь, действий. Потом вижу Притон тоже уже в Африка стыкнуться. Мне кажется, нужно, чтобы вы были в разных аспектах, типа Африк, Дестер и... Я в Африк. Ой. В Африк, ты вот так, в Африк. Ну, можешь, вставай, беги, тут портал открыт. Господи, ножками как раз бежим. Если что, прожимаешь D в стойку и там, не знаю, сейф какой-нибудь. Да, Аэро, это ханты. Это ты про что? Это красная буква и этот... На рефлекс. На рефлекс, да. Вот по стенке просто. Идем на ран тогда. Ну да. Ран. Варан, блин. Че, дашь боб? А, боб же не работает на. Или работает на земле. Ясный вопрос. Работает ли боб? Зачем на тебе боб на земле? Ну, чтобы жить. Я не хочу садично отдохнуть. Стану раздать, заебись. Первый стан даст есть Ивана. Такой стан. Она второй. Я свой только что слил.
Точно про стан говоришь? Ну, у меня стан есть еще. Я же теперь это... Full deep точно же, ты же можешь данжен мастером. Какой deep молот в ебальник? А, я думал deep у тебя, типа, знаешь, я... О, it's a fucking deep. Окей, okay, я даю череп. Ну, deep у меня тоже есть в этом спеке. Так, я этого фернул. Подготовились уже. Ладно. Некромантка хорош. Все сделал четко. Просто такой на миллион долларов. Можем заскочить еще на этого, на тень? Или уже все до связи будет? Какую тень? Я хочу тень. Какую тень? Тень. А рано получается. А, тень, блядь, этот, как его? Ладно, гнев. Сейчас зайдем на тень рано. На гнев хочу. Блядь, на, кстати, гнев тоже хочу. У меня квестик на него. Походу мы так гнев с тобой никогда не зайдем. Ставьте вайдарицу. Я думал, что я молча типа не сдам, а как видишь, мы прошли же. Да, в итоге не сдадим. Нет, там весело было на длинной фазе. Все, лежим, ждем БР. Да, ждем БР. Да, пиздец. Но если бы, говорю, если бы вары имели бы зеленку, незыбку и какую-нибудь там еще хуйню. Они не были бы вары. Не, Найтбейн ебал оторвет. Вот, хочешь дам тебе погонять своего вара, если ему ебало не оторвет на погибели, то я буду ходить с товаром танковать. Иди лысого погони. Я бы хотел бы, конечно, сходить, но мне сказали, что меня ебало танковать, я поэтому сказал, окей, ладно. На ДК там просто некоторые механики можно и выводить. Вот поэтому он так и хорош. Канон, брей. Куда делся? Куда делась наша Гера? Че, магия во фростов? Я в Айре буду. Айре нужны. А, мы же на Арана сейчас. Да. Да и на копыте. Потому что метеор. Метеоры ДПС. А мы на копыта потом пойдем? Знаешь, что нет. Конечно, нет, зачем? Надо, интересно. Вдруг он что-нибудь полезное упадет. Копыта бесполезные, понимаешь, все туда не находить. А во, блядь. А с кого долгоног падает, вроде же с копыта, да? Сарана падает, копыта. Сарана. Какая ебаный мордал. С гнева падает, с гнева падает, че, да? Я понял. У меня не уже сарана. Слушайте, вот... как только мордал вот рот его открывается, все, сразу... Сразу же закройте ему чем-нибудь. Два указательных пальца в уши. Я понял. Надеюсь, я с вами никогда в реальной жизни не увижусь. Нихуя. Не, не потому что, типа, я там, не знаю, не хочу, просто чтобы вы мне это... Ну... Ой, нет. Ну, как сказать, наверное, да. Чем нет? Скорее наоборот, они меня... Это вряд ли нас. И призван на шкаф, поставьте меня на призван. А чем тут отличается от обычки Аран? Много чем. Да. Что делать? Смотри, да, объясняю. У него существует три фазы. Первая фаза — венец, такая же, как обычная. Просто стоишь, бьешь босса, не двигаешься. Еще есть вторая фаза — вечная зима. Он кастует вечную зиму. Ты должна бегать в определенном радиусе ото всех. Не знаю, Ранджу, кажется, 10 надо набрать ото всех. И просто бегать по кругу, не стопориться. Есть состояние, что ты моментально замерзнешь. Ну, может, не моментально, конечно, но замерзнешь и сдохнешь. И третья фаза — призыв фамильяров. Тут вот чем. Видишь, кафыги стоят. Получается, слева, справа и посередине, там, возле шкафов, будут стоять фамильяры. Нужно их быстро залить, потому что они имеют что-то типа накопительного урона. То есть, чем больше они бьют по тебе, там, они просто рандомно стреляют, и чем больше бьют, тем больше урона по тебе будет залетать. Знаю, но я не умею, я не рел, потому что вот все, проблема.
хорошо. Да, это согласен. Вот она, типа, не была в Гере, она... Я молчу. Про, про зиму только запомнил. Бен Сиэль, давай, ты, РЛ, я молчу. Че еще рассказываю что-то? Че там? Вначале ты сказал, что ты... Короче, она, он кастует вот как в обычке ледяной фаеркаст, только в Гере он еще замораживает. Типа, тебе заанонсят, если тебе нужно будет кого-то заморозить, подбежишь, разморозишь. На тебе, да, разморозишь. На тебя добавлю. Иначе чел будет просто в каст стоять. Если хила заморозят, то хуёв. Огненный каст вокруг тебя, он, видишь, как вокруг. Тут он, блядь. Ну и там дебаф еще висит. Да, вокруг тебя огненная аура пульсирует. Когда заморозили, человек с вот этим дебафом подходит разморозить. Разморозить Виланию. Миллиард. Я его это похилил. Нормально все. Геру. Ты в соло. И бомжей вызовите помощь. Черепок. Бомжей можно. Вы че убьете двоих? Разных. Ну и по часовой стрелке. Уже свечите из другого. 5 секунд до моего выхода. Хильмар дам. Пусть знает. Да хилю, блять, я уже. Да, ну, это самое. Нет. Сдавайте свои там типа, силы. Все, я уже тут. Мастера в другого. А мне по медали уже. А, ну ладно. Так, сейчас надо будет касс сразу сбить, потому что ничего будет кастовать. Готовьтесь. Раз. Ну, огненная, нормально. Выражение в полфиру какое-то. Опять его нет. Ты в меня? Войт. Разморожен. В орбите был ты. Надо разморозить тело. Да, я даже поближе стал. Рохан, подбеги к глыбе, глыбе беги. Все уже. Рохан или Войт подбеги? Войт. Хорош. Спасибо. Захил? Ладно, захили. Ну так уж и быть. Бесконечная зима. Бегать. Ма сейчас дам. Как начнется. Не бегайте по всем платформам, Саида, да. Не бегайте. Просто вокруг, где вы стоите, бегайте. Ночные касты не сбили. Кто стоит? А Вилань сдал. Похуй, Гим сдал. Где Вилания? Тут. А, нормально. Нужен гимн на ман. Дай гимн. Хант где стоит? МП хант. Ханта надо разморозить. Нашли ханта. Если у нас будет каст, то он не торт морозит. Некромантика. Некромантика. Уже поздно. Венец стоим. Как в обычке. О. Там понятно, это просто венцы. Да. Морожение. Убивается, как получается. Ой. Признак красавчик. Да, хорош. Ой, пролагало. У всех пролагало? Да. Нет. Значит, тебе повезло. Нет, тебе очень повезло. Випка. А мне будто випки нет, да? Сейчас он готовься, если я ПС-ку закидываю, через секунду накидываю. Ма пока нету, кстати. Добивайте. Низы, куда тихо? Добивайте. Все. Бегайте, бегайте. Нормально. А, понятно. Джезл втрое. Надо кому джезл? Да, я заберусь, если не надо. Бери.
по нем. Вот, это было простое слишком. Так, некромантка же умеет и тролл стоять в комнате. Ну, по сравнению с прошлым разом, да. Ну, я пытался там что-то побегать. Ну, ты, короче, его сначала феришь. Да, я понимаю, и ловись по очередно белое. А может, мы призвана, даже призвана жесть льем? Подожди, тролл стоит. Я во фросте могу постоять. Мы просто вдвоем с троллдом постоим. Будем в три. А изгнание зла же работает на этого беса? Да, работает. Две. А на веса? Ну, по идее. Вот, а может, демон. Поставить? Шалфир, Бен, кто у нас еще? Два мага Хант. И шалфир. Можешь Ханта еще поставить? Два мага и шалфир. Так, а кто будет у нас играть под трэшу в Белизоне? Рохан и... Все. И Призн. Или Призн получается. Ну да. А, и Призн еще, да. Так, метки. Объясните, что делать, пожалуйста. Рохан ДД? Да. Тебе просто долбить босса, когда говорят, когда тебе скажут свитч в трэш, под босса трэш будет бежать, ты разворачиваешься, кливаешь трэш. Приоритет всегда трэш, потом босс. Если видишь дебаф всеми порчи, то выходишь если, к стене. Да, если на тебе появился за дебафами, вот следишь. Если на тебя появился всеми порчи, ты просто отбегаешь от остального рейда. Ну, то есть ты в мелизоне стоишь просто от рейда. Не в метку, потому что в метке... Да, в метке будут другие стоять люди. К ним нельзя приближаться. Вот стоят вот эти метки. Тут, допустим, вот тут мы будем стоять. Ты не должна подбегать к нему. То есть, если на тебе семя порча будет, ты убегаешь, но не в метке, а куда-то в стену. А если на тебя кинется череп, то ты быстро улетаешь с рейда, бежишь к стенке. Демоническая метка такая называется, дебаф на тебе. Получается, будет. Все нужно выносить, что, ну, не важно, да. Что. Если тебе будет, да. А все... порчу выносишь под конец каста. Да, за 3 секунды желательно. Под конец каста порча, получается, когда она будет? Да. Вы это же не объяснили, что ей делать с меткой демона в итоге. Да, сказали бы. Это не сказал. Ты играешь сначала трэш, потом босс. Видишь, ну, если на нее кинется метка демона, то ты на тебе будет медитация. То есть ты выходишь из рейда. Да, время, да. Выносишь ее. Да, у тебя появится вот как на смотрителе вот эта вот кнопка. Там будет медитация. Ты просишь, чтобы тебя прохилили. Засчитывали, и тебе нужно будет ее нажать. У тебя будет каст, ты зайдешь в комнату, и там будет бес такой. Его нужно убить, но тебя в комнате очень сильно будет дамажить. С каждого удара по нему, под ним сыпятся сферы такие. Ты должна собирать сферы как можно больше и быстрее. То есть, нанесла тычку, там, не знаю, нажала скилл, подобрала сферу. Иначе ты умрешь. Он тебя хилит. На фул. Да, они тебя хилят, просто вокруг него бегаешь. За милика это, я думаю, несложно. РДД, смотри, не подходишь к РДД, видишь, он бич валяется черный. Вот, максимум до него доходи по этой линии. В принципе, и... все, за милика. Ой. Приоритет твой. Все, ой, все тут, по меткам встаньте. А мне на хиле где стоять? В мили? Со мной, да. Я просто там и комната, но... Заберите босса. Войт, веди. И комната наносит урона, и демон. Можешь там застанить демона, потому что демон будет в миллиард. Бес, бейте. Войт, забери босс. Убейте. Прям далеко веди и разворачивай на нас босса. Вот сюда веди его. Войт в крест. В крест. На нас верни. Потом. Бесов свитч. Все бесов играют. Они должны упасть очень быстро. РДД бесов тоже точечно, если по одному останется. Этих милики добьют. Первую комнату закрыл, одну комнату. Угу. Метка на ШП.
уйди туда, к боссу. Не надо тут стоять тебя. Видишь, РДД все... бесов, РДД бесов, все РДД бесов. А то иди вот свою метку в эту. Хан, ты иди вон туда, к стенке прижмись, где весь рейс стоит. Захожу в комнату. Без далеко. Стенки. Блять, а когда на вас каст демонической длани при РДД, не кастите в это время. Иначе бесы не будут доходить. На мне метка, я скоро буду заходить. Бесы? Видите, бесы останавливаются, они должны доходить до босса. С теми порчи выношу, да, получается? Да, в угол, там, конечно, стеночки, там, не знаю, кого угодно. Ладно, не крайне там фишка в том, что просто надо с теми порчи отойти от трэша, а не из рейда. Бенстеллер заходит, защитуйте. Ну, может, трэш. Защитуйте. Зачитал тебя, прохилил, дал тебе какую-то хуйню. Знаешь, у меня были ошибочные суждения. Только захиль. Yep. Если. Нормально. Я без Бена не достаю, конечно. Я еще дай. Он после комнаты. Я вышел, закрыл комнату. РДД, бесы, бейте. Бесов быстро залейте, РДД. Нахуй, сложила. А, некромантка, выйди, встань. Возле шалфира, бесы. Бар, не подходи. Бар, не подходи. Так близко, нельзя подходить. Некромантка, выйди в круг. Рохан, больше не подходи к РДД. Если ты до туда не достаешь, заливают их РДД. Ты не должен бежать с черепом через весь рейд, иначе она перекинется. Блин, я понял. Я, честно, не знал этого, сорян. Когда будешь заходить, скажи. Окей. Кнопка появится. Беса. Даешь номер получше изначального. И начинаешь дотать его. Беса активнее играется. Захильте. Защитите командку. Захожу. Мелики свинь без. Я ему эту дал зубы. Мелики свинь без. Главное, там не торпись, там очень просто все. Я убил. Чем меня убило? Гимн. Метеор, наверное. Гимническая длань. Хант, выйди за место. За место на луну встань. Быстрее, быстрее беги. Активнее играйте, бес. Очень да. Много бес. Геру, дайте бес, я живу. Некрасно. Да. Бесов и бьем босса. Положила, блядь. Чуть не успел добежать. Бьем босса. Ну хоть теперь понял, как там что работает. Он призван напал. Чего у вас призван так далеко выходит, блядь, трэш бить. Значит. Захожу в комнату. Блять, хуёво, ты слишком это да, зашел. Ты очень далеко, блять. Зашел. Ну пофиг, я нормально зашел. Да, надеюсь. Я знаю, что я комнату не проебу. Анта захиль. Просто я считал, чисто кидает, там это. Давай, тебе зачитал. Сейчас песка скоро откатится. Минус 3DD это, конечно, дерьмо и жопа. Мелики добейте бесов очень. Все играйте по бесу. Да. Анта, прохилите в комс. Балзан. Сфера вот и белые. И ты от них хилишься. Да, все, уже. Да. Дальше пойдем. Пс еще призн захили. Я еще дал хату. Если... Блять, хорош! Никто не смог, а хан смог. Если комнату закрыть? Да, он смог комнату закрыть. Дай гимн, пожалуйста. Блять, не успели. Так мы не от комнаты. Дай нам ману гимн. Даю. Давай. Бесы и. Я бью вам босса. Бесов убейте. А на мне что-то бесов, фиолетовое. Уноси к нему скилл. Уноси к стенке, и потом появится скилл. Ладно, бьем босса по троллям, пробуем. В босса чарнишь, если будешь подыхать этот. Просто босса пинаем.
попробуем. Меня хуи бьют. Злобные бесы. Там все. Сдаю гимн. Если есть не зыбка, то... Попробуйте босса добить. Готовьтесь, зыбка есть что-нибудь такое, блять, я сейчас просто откинусь тоже сам по себе. 700. Бабл, если есть. Да, это хуёво, Глеб, живи, блять. Ну все, это ГГ, мы... Ретроцента ебаных. Просто пиздец. У нас все равно много сдохло. Не-не, все, это пизда. У нас просто много народу сдохло. Некромантика в комнате сдох. Да. Отролд. Метеора мой бал. У меня тоже планю убили. Сейчас войд затащит. Может 30 герман было сдать было, что мы или поздно сдали его? Нормально мы герман сдали. Не гердило. Не, просто 3 дд это очень много. Че убьем? А? Вы умерли по читками, интересно, были или без читков? Че, веселить по читками? Да, у меня ГКД же большое, это еще 15 секунд там. Вот я считал по ГКД. Длань ударил. Длань. Ну, это я не успел прохитить. Просто всех щитую. Я всех щитую, исповедь, молитву по КД, флешкой подхиливаю, все у меня, все уходит у меня в ККД. Просто не успеваю. Типа те, кто стоят в метках, заходят в комнату и надо убить беса, верно? Да, просто встаны в него, там оглушение, блять, не знаю, всякую хуйню с него даешь, там все, что тебе дает хил, все, что это там урон большой, там все в него просто заливаешь, там что у тебя есть прицельный залп, оглушающий залп. Так, ну, если сейчас кто-то умрет из меток, то султан ну, просто пусть, да, по ханту выйдет. Я могу сначала записать еще, нет? Пускай маги стоят, потому что маги могут скипать комнаты. Мы закрывали типа комнаты, мы просто потом умерли. Ну, меня либо нету, короче. Джифса. А маги паладины могут скипать. Ну да, типа, можно скипнуть еще. Бабл вжать просто под конец, когда скилл, ну, появится. Нет, ты заходишь в комнату и потом жмешь комнату. Да, жмешь бабл. Бабл. Либо блок. На ШП андеде прикольно скипать комнату. Я некротику кинул в бес, он вздыхает потихонечку, ты хилишься, блин. По 2к каждые секунды, блин. Есть рыбу, ешьте. Не, ну рыба хорошая, кстати. Ну да. Ну, с первой трави уже 3% оставили. Уже победа. Сейчас. Сейчас я барабан дам. А, у тебя барабан есть. Все хорошо. Телек. Вань, ткни мне куда встать. Вообще всякое бафа. Ты стоишь, где крест, прям к стенке прижмись. Ага. Если кто-то умирает, то ты бежишь на метку. Дай крик на хп, пожалуйста. Лучше сейчас крик на хп. Да, тут на... Некромантка био написал. На хп. На хп, дай не на АП, на хп. Пускай не бьют. Милики. Милики и хан. 3 дд. АП давай. Закон АП, мы просто не успеем захилить, тут хил не хватает. Нормально все, вон горн есть, вон пусть тотем призн ставит на этот. А, он перебивает же точно. Ну, блядь, нормально, горн есть, хватит этого. Какой тотем? Готовность. Какой тотем? Лесов милики. Лесов все играют. Леса. Леса, парда, да. Ок,
аккуратно, милики тоже могут чуть-чуть. Этих милики тоже могут бить. Да. Но... Там 10 метров уже есть. Захожу в комнату, Троуд. Угу. Милики с небесов тоже. РТ, без милики тоже. Вот тут добесы убить им, как бы нам магом. Точечно. Маг заходит, бенстиллер. Прочитайте. Мили бесы. Тебе бесов активнее, блядь. ГД, я тебе в эту поиску закинул. Блядь, не закинул. Пиздел. Мили бесы, видите? Два милика. Их могут убить просто, потому что... На мне метка зеленая. 7 порчи, что? Да, 7. Ты подкаст ее просто носи в стенку и все. Вышел из комнаты. Под конец чая. Да, под конец. Бесов активнее играть. Бесов мелики, РДД. Захожу. Это кто, тролл? Что за шоб? Все, я скинул. Ладно. Я на X-комнату тоже скину. Мелики, бесов. От правой ноги смотрите. На 30% даже герой. Бесов все играете. ШП заходит. Кинул щит. Ты похилил. Да, не успел немножко. ГХД было. Я шоком кинул. Хорошо. Бесов. Тут ману похилил. Без все играть. Захожу в комнату, Троуд. Угу. Щитанул. РДД бьет. Бесов в РДД. Только РДД бьет. Сложил его. Хант. Место. Я на X комнату зайду, скип. Милики свечные. Милики бесы. РДД помогают. Захожу я, скип. Угу. Милики бьют бесов. Босса все играют. Уже да, можно топов босс. Да, тут. Лям остался, все. Просто захилим. Добили. ГЦ. Ну, как всегда, ёпты, блядь. Сука. Где я плюнул в него? Так. Куда идем? На погибель? Или куда? Мы без разницы, можем на гнев сходить. Пойдем гнева, ёбнем, ну, как это погибли. Можем идти на гнева. Пойдем спать. Пойдёмте гнева, пойдёмте гнева. Что там? Пошли. Где квест брать на эту фигню? На гнева нужно сначала убить Молчазара. Так я убиваю. Возле гаража. Но у тебя должна быть, получается. Что тогда квест должен быть? Слушай, квест называется «Гнев пустоты». Так, есть? Называется. А, есть. У меня есть. Ну, все. Все. Просто если бы у тебя не было его, там возле гаража на тёлка стоит. Можно 30 баджи еще залутать. Бан. Она еще баджи дает? Ну, покажите. Да, конечно. Ля, а, ты за мало тебе 30 типа, лутаешь? Тут 30 еще потом в ГМке. Я сейчас кончу, блин, извините. Ой-ой-ой, аккуратнее там. Да. Главное не в глаз себе. Так, комната сметания. Там настоящие 30.
Все лицо в каше. Отсос. Ой, в подливу это еще далеко. Это нужно что-то такое. Отремонуться надо сначала сметаной. Бля, мордал. Кринж, да? Все достойно. У тебя каша с комочками. Кто бы говорил бы, а? Стопнели нахуй. Кто бы говорил бы про девочку ради бы? Ну. А, да, эти, будет, я, да, там члены так, воняют. Да, там Юля, а тут еще членами все пахнет, да. Да, Юля, ты че? Юля свой парень, она поймет. Да, Юля, ты че? Я ее голоса не слышал, непонятно. Какой это сигнал, пока голос не услышу. Она и не скажет. Но она не скажет. Да нет, такого не будет. Если бы она это была бы парнем, это не знаю. Это бы ощущалось. Она феминистка. Да как, о господи. С ним феминистом. Радикально, да. Тогда бы она бы с нами не играла бы. Ну тут соглы, они обычно такие агрессивные. А, она спокойная. Она вообще спокойная. Да, она на таблетку. Ага, на котлетами называются. Что? Ну, как называется там, как называется таблетки от голода? Котлета. Остановись. Бля, я такой фигню даже в уральских. Я тебе всего, я тебе копыта всего рано ПС кидал, а ты надо мной, понятно. Ты меня долгоного забрал. О, я вырыл. А ты забрал Суламана, блядь, носил шамана. И ДДшный посох. А чё, кстати, да? Это погибель, типа, не бьют уже? Уже не модно? Да, вот видите, как работает закон подлости? Самому фрику из фриков, который на ШП 0 полнейший, ему долгоног достается. Да, тому фрику из фрика, который не играет, блин, на своем шамане, ему достался, блядь, посох, блядь, на ДД, хаста крит, блядь, что ж ты издеваетесь там? Ну так я пошел за него. Ну я тоже пошел за долгоногом, все, до связи. Давайте, РЛ, тактику можно, я не знаю тактики. Короче, блядь, вам метки нужны или не нужны? Не нужны. Там же в квадратике становитесь. Просто каждый стоит в квадрате. А меликом что делать? В квадрат встань. В линию, в одну линию встаньте, да, пожалуйста. В одну линию встаньте. Видишь, как все стоят. Этот, Граня, дашь по мне бобки, если что? Лучи. Квадрат, еще раз. Боб, дашь просто? О, дай Боб мне. Тебе. Да-да-да. Сейчас Вар все заруинит, Вар. Вар, убегай. Не бей меня, убегай оттуда. Убегай, щит. Убегай, дракона. Стоишь просто. Стой. Лучи не пересекай. Лучи не пересекай. Шаг назад сделай. Назад убегай. Почему ты в мою ячейку зашел, морда? Назад в какую сторону? Лучи не пересекай. Беги вправо. Аккуратно. Лужу разлила, беги шаг вправо. Лужу разлила, беги вправо. Просто стоишь и разделываешь. Да. Все. Он не появился, вышло. Да, беги вперед. Шаг делай, пару шагов вперед. Все, пару шагов вперед. Наш комитоп в ладоши хлоп. Давай, я тебя похилю здесь. Не подбегай к зеленой сфере, а то на тетки. Да. Все, беги обратно. Подбежал. Все, стой. Ты слишком близко бегаешь. Стой. Просто главное лужу разлила. Главное тебе лужу разлить. Сейчас проход загоражишь и от меня бежишь. Я не достаю до шелфера. Все, убежали. Бежим по лужам. Беги за хвостом, беги. Вон, видишь, где ромбик? Ромбик, видишь, где бежит? Как в обычке. Чардж меня, делай. На другой стороне. Дыхание кастует. Нормально, там воет. Где воет? Воет там. Шелфер есть гимнуться? Есть. Дай, пожалуйста, мне. Не бейте босса. Больно, блядь. Не бейте босса. Не бейте босса. Я понял. Танк умер, падаем. Блять, зачем мы сюда пошли? Вот, как дела? Рассказывай. Я встану, камень души. У ребенка еще хуже не встать. Когда вот этот, вот фаза, где она темная, где мы отбежали к стенке, босса не надо бить. Ну, типа, его можно бить, только очень аккуратно. Блять,
Зелень не взяли. Мать тебя откинула. Мы забыли зелень назначить. Зелень. А что зелень дает вообще? Короче, вар. Вар зелень. На перифазе берешь, бежишь. Помнишь шарик, где зеленый был? Угу. Вот берешь и его и лутаешь. На перифазе он становится такой синий, и ты берешь и лутаешь зеленый. Зеленая лужа, она по телескопам, да, кажется, валяется? Она увидела, где находится шарик. Все. Займи свою площадь квадратную. Видишь, все в этих квадратиках. Ну вот, типа, видишь квадратики? Угу. В один ряд. Вот, вот этот ряд. Так. Ну, сместись немножко. Вправо. Что? Вот, нет, вот, вот видишь ряд, где ромбик, кружок, где все в ряду стоят. Иди себе свой квадратик. И когда появятся лучи... Тут? Можно мне квадратик? Да, стой тут. Ладно, возьму тут. Бафайтесь. Сейчас я... Я бафы дал лапку, да, просто? Ладно, лапку дал, в общем. Похильте людей. Чё карлик, блядь? Со своего квадрат нахуй стоит. Можно каску? Кидай ролл. Касочку там. Появляются зеленые лучи, отлично. Они идут вперед. Блядь. А все остальные бегут назад. Это 110. Я тебя разъебал до встречи. Кого один, это 101, давай пиздочину. Все, пуляй. Вон, для всех, кто без лучей, в синюю метку в РДМЖ встаньте, и там хуярди. Готовь по мне, да бомба. Ночи. Все, бежим назад и бьем боссу. Через лучи не переходи. Да, я не бафнулся. Ролл кинем кап сейчас. Забыл. Ну, когда в ранже буду, дам. Я тебя похилю, Франька, стой. Если у меня, получается, нет зеленого луча, я синюю... Да, чтобы... ты бежишь, ты не бежишь, что если луча нет... Зеленые сверки на перехвате. Он остается синий. Но у меня нет луча, то есть не важно. Да. Тебе без разницы, главное сверху залутать. Угу. Все, бежим. Бежим к стене. Телескопу. Лутай зеленую сферу. А ее там не было? Стой там, беги туда к телескопу. Телескоп, беги скорее, скорее беги к телескопу. Быстрее к телескопу, лутай сферу. Быстрее, быстрее, ты должна уже там... Ой, схватил? Гим на хп, дай мордаун. Еще гим, мордаун. Дал, гим дал, я, блядь, не этот самый гим. Все полутал. Сейчас возмездие кончится. Стойте. Где будет? Все, бьем. Геро. Ой, да хильте, он в углу стоит. Значит, тоже у нас подкидывает всех туда. А, ну ладно. Да, вот на все проблемы. Обычная фаза 10 секунд. Готовьте занимать свои квадратики. Квадратики занимайте. Сейчас опять лучи будут. Все повторяется. Все, давайте скорее занимаем. Так, все. Ну, так, я ж могу бабам скинуть, правильно? Так, да, бабам. Да. Магу. Все, скинул. Он далеко не убегает меня. Я только еще побегу с ними. Где похилить? Где Рохан? Я похилю, не боюсь. Я их похилю. А ты на этом сосредоточься. Да. Рохан, сейчас бежишь к телескопу. Там стоишь, ждешь сферы. Только не сразу убегай, сейчас я шалфик закину. Ну, когда он станет синим. Ой-ой-ой. Стой, подойди ко мне немножко. Давайте, я хуй не достаю.
Я тут, короче, стану, за меня пишите. Кого тут? Ну не убейте меня, пожалуйста. Да, я уже. Давай, отбегу немножко сюда. За 5 секунд. Все, уже можешь бежать туда, кстати, аккуратненько. Не пересекай лучше. Сейчас беги к телескопу, стой там. Угу. Стойте на Саше. Босс сейчас никто не бьет, там отражение идет. Там 50%. Можете побить чуть-чуть. Аккуратно. Ну так, обдотать можно, я думаю, конечно. Не стоит. Вот так умрет сейчас. Здесь секунд будем бить. Все, Рохан, беги сюда, босса бить. 3 секунды. Все, бьем босса. Ты, конечно, самоубийца и тот еще. Блять, пиздец, я чувствую, что у тебя хп ульт. Если сейчас не убил, мне кажется, ты бы сдохнул. Какой пиздец. Не, на копыте он не... Там волшебный шок был. Сейчас еще тварь призову. Ну, вообще убиваем босса. Чешуйка гнева. Сюда. Смотрите, квест золотать. Блин, так, а у вас... почему я не ДКшником тут? Почему? А что, в смысле? Запы такие сочные. Давайте тапаемся к этому. Ну да, тут все хорошее. Антран смог можно взять? Бери. А, не, вроде никому не нужны. Кому запы? Там, же запы? Там плечо пояс, там плечо пояс. Какие а, это запы? Плечо, блядь. Тогда мне надо. Это библиотеку. Тогда это скам. Блин, тут пол этого. Так, куда мы идем? Библиотека и разворачиваешься. Обратно, на это выйдем. На гнева. Ой, кого гнева? Погибели. Зачем Актеридон следующий босс? Зелька есть? Оцепление? Только банки да, есть, парочку. Только. Че, если мы вообще... так быстро проходим, может на фул? Туманяйте меня. Я быстренько за себя зелье куплю. Блин, на душа понимаю. Так надо было на этого... А, точно, выше туда. А кто знает, на кого там следующий квест? Актеридон. А, ну, только похуй. Можно потом сдать. Потом видите сюда. К сожалению, я не смогу сходить на маги Груля, походу. Ну, это КД я тоже не смогу, потому что... Я тоже. У меня уже на все КД. Нет, я на это КД... Я на следующий КД не смогу. На этот смогу. Хотя, я не знаю, типа, стоит ли с пугами собирать вообще. Блять, спасибо. Если самому собирать, то стоит, наверное. Ты ее вытащил из шакла, Шелфера? Или шакла кончился? Он не мог кончиться. Он спал. Блять, я запутался, сука. Нахуй тут эти духи тусуются. Блять. Оставьте мне метку, пожалуйста, на знающего Милика, я просто за ним побегу. Мне. Куй печеньку. Сумоньте меня. Можно тоже сумонуть? Второй. Ёбаный рот, захильчик. А, все нормально. У меня ноги фуловые, героические. Лапу. Суманите по-братски. А чё, чё-то не так хотели, чё? Ну, к чему то, что этот вопрос задал? Спасибо, папаша. Ресницы уже. У тебя масрез есть, ресни мне масрез. Вот тут стал вопрос, если я прожму зелье невидимости под МК,
Вам будет весело? Батя в трапе. А, подожди, я про свой поток сказал. Это, в принципе, не важно. Если я... Ну, хорошо. Кидание оцепенения. У кого есть? У меня 10 бутылок есть мордаунта. Кидайте трейд мордаунту. Ну, сначала присмотрите меня, пожалуйста. Каждому по 2 даешь. Каждому по 2? Я понял вас сейчас. Ну, войду, и хилам ты не даешь. Иванки. Где Вилония? Ты уже раз тускал сумму. Ты заблудился? Я сдох. Боба. Скажу проще. Давайте, обмен, дайте мордаунту. Так, Рохан, ты слышишь? Начинаешь бить босса, бьешь его ровно в бок. Стоишь в одном кемпе со всеми остальными. А, у тебя ДБМ есть? Подожди. ДБМ тебе есть? Аделька. Вот, ДБМ если там у нас поставь в настройках, чтобы у тебя автоматическое разоружение было. Это ставится, если у тебя есть. Если комплекты шмоток, у нее ПВЕ. ПВЕ, да. Тогда оно само снимает пуху. И потом набор, одевает после МК. Да. Короче, ты стоишь, бьешь в одном кемпе со всеми в бочину дракона. Ни сзади, ни спереди. Там очень уебански у нее дыхание работает. И хвостом она уебански бьет. Ты ровно в бок ее бьет. А через какое-то время после пула появляется под ней лужа такая. Вот. Типа такой. Только больше. А ты выбегаешь из нее, просто чилишь, стоишь. Потом она кидает 3 метки, пироман, на рандомных людей. Допустим, она кинула на тебя еще на 2. С меткой ты должна забежать в эту лужу в огонь, и в огне будешь бить босса. Потом, на второй фазе, она взлетает, и те 3 человека, у которых была метка, берутся в МК и убиваются по одному. Что делается? Назначается первый человек, кто будет выбиваться, он бежит в эту сторону, к остальному рейду. 2 остальных человека бегут в противоположную сторону, к двери, и жмут вот это зелье. Зелье оцепенения под конец. И они стоят там, чилят, потом их выбивают. Да, если на тебя кинулась метка. Если не кинулась метка, просто чили, ждешь, пока лужа пройдет. Потом она приземляется, появляются ады. Ады кливают. Их нужно аккуратно убить и вывести людей из МК. Людей из МК нельзя убивать. Их нужно очень аккуратно выводить из МК. Ты же подсолнух. То есть без всяких там бурстов. Потому что когда они выходят из МК, на 10% под ними появляется лужа и убивает их. Если из нее быстро не выйти. Но вот это если, допустим, тебя возьмет в МК, ты можешь умереть, когда тебя выбьют. Поэтому тебе нужно быстро выбежать. В принципе, все хилы знают, как танка держать, я надеюсь. Да. Филенка, просто хилить? Ключик, потом... Ну, зубы. Там есть хуйня, как она называется, у босса. Сейчас скажу. Этот, как оно... Ну, я понял, да, под которой сначала идет зеленка, потом идет ключик, потом идет зуб. Сожжение, по-моему. Вроде да. Так, тотем от огня ставит шаман или мне ставить ауру? Ну, ставьте лучше. Ставьте лучше. Поставил. А потом просто свичнись уже по-быстренькому, я там еще захилю. Бен, тебе нужна зелька? Кого? У меня есть. А, все хорошо. А кто мне вертолет кинул? Реки. На, лови. Кого? Войт-то тут?
Мы это еще быстро принесли все. Ну, кстати, да, быстро. Кстати, дайте нагрид, сразу не бейте. Не бейте сразу. Да, не бьет. Сейчас можно, он напулил. Сейчас будет каст погребального костра. А, я в PvP гире. Ебать, я даун. В смысле? Зачем? Я же тебе написал, что ты в PvP шмуль. Я думал, ты по рофлу, короче, зачем? Решил это. Да у меня чарка стоит на увлечение бега, и когда мы бежали до босса, я PvP гир надевал. Изна потерял. Да нормально, я свои 6 даю, все, заебись. Бля, метки есть? Смотрите. Да. Он должен много давать, он должен следить за рейдом. Дайте мне, перевесьте мне МК. Перевесь троллт шалфиров. Я на тебе оставлю. Че, метки призен рухан МВП. Зайдите. Зайдите в лужу. Все, домашите. Кого первым? Геру, давайте. Геру. Скорее всего, признан. А, нет, надо признан первым выбить, иначе у нас способен всех перешутает. Давай признан первым, Рохан и МП Хант убегаете к двери. Вот там, где босс уже стоит. Нет. Когда может возьмет быть, он... Ханта лучше первым. Ну, как вот. Смотри, как там. Дал зубы. Ну, а там трэш сразу, по-моему, выходит, когда... Да. Да там, в принципе, давай можно тогда сыграть нормально, аккуратненько, но просто у нас если призн, не успеем законтролить призна до этого, нас просто он нахуй... Да мы успеем перебит. Все законтролить, блядь. Ладно, как бы... Давайте ханта первым, потом призна. Ханта первого выбиваем. Призн и Рохан, вы бежите к двери, когда она взлетит. Я, то есть, это зельку не пью, просто... Так, ну, ты, вы... Ты около нас стоишь. Да. Так, Рохан и призн побежали, пейте зельку там, дали. Мы не дали зельку. Да, ты здесь стоишь. Ханта. Я за контролю, Рохан. Рохан. Доты не кидайте на ханта. Я зашипаю, Рохан. Все. Я побью. Точечно, только точечно. Все, стоп. Я... Все, ханту бегай. Оп. Ждем. Надо прохитить. Собирай трэш. Все в трэш играем. Некромантка, зафирь, призн. Я и решипну еще. Играйте в трэш. Ванти, сейчас отдайте эту ПС-ку или потом? Потом. Угу. Хочешь кашу, мне ладно. Я тебе сдам сразу. Ну, пусть идешь. Хорошо. Призн, фирия. Призна выбиваем. Призна выбивайте точечно. Аккуратно, не убейте его. Подхилил? Да. Уйдите от лужи. Лужа дамага. Мне больше... В лужу не входите. Лужа больше радиус. Я Рохан решипну еще. Все. Своди скелетов. Из лужи выйдите. Все, можно, в принципе, наверное, Рохан. Да. Я Рохан найду пулить. Выбиваем точечно. Давай. Ой! Стан дал. Потихоньку. Да, стоп. Руками, бейте ее руками. Все. Так, на пуле вы сейчас трэш и лови босса. Ой, иди лови босса. Приоритет на трэш заливаем. Потом только играем в босс. А, снимите с меня его, пиздец. Гим на хп. Гим сдал. Я сдал гим. Пусть мой сначала гим сдается, потом твой. Так. Проклятого скелета ДД убить Милики первого. Милики, убейте скелета. Только вы под лицо не лезьте, Милики. Стоите, бьете в бок. Все, Милики ушли. Хотя призван можно, пускай, наверное, бьет, если вы его захилите. У них у Мардаунта маны нет. Я все уже лез, нормально, все, мана есть. Окей. Призна, попробуй побить. Женя. Все равно там бой, да, хилить надо пока, да.
Можно через частицы. Все, я жду тебя эту фреску. Только делаем. Дай мне сольву. Вот тут это. Погоди, так. Сольву, сольву. Держи. Сожжение, сожжение. А, не дал? Это все. Сожжение. Сори. Захиль водя скорее. У нас сейчас сожжение будет. Ролл ты ему похантник, Роман. Моя мана для романса скоро пить будет. Я гемы пою для тебя. Спасибо. Кого лучше? Хантау, потом, наверное, да. Лока, потом мага. Да. Хант, Лок, маг. Также ханта, также ханта. Лок, маг убегает и ельки пьют. Ты бы сдал? Нужно... Я законтролю тогда второго, кто там будет ошибно. Но нужно, если там третий побежит сразу, чтобы ему кто-то контроль дал. Или может... Не, наверное, лучше ханта, чтобы мы... Призан дашь хекс третьему. Ну, я скажу, кто это будет, либо сам увидишь. Взлетает. Плашу захавал. Ханта точечно. Только не успел выпить. Точечно. Блин. Ралда шипа. Я справа фласку. Некромантка не успел выпить. Да, мне. Аккуратно, точечно. Захильте ханта. У меня же... Захилил. На пол? Некромантку. Хекс, хекс, некромантка. Некромантка, хекс. Да, хекс стоит, призвано. 20 секунд. Сильно ауе не лейте по нему. Свой дом мором, может, поменьше. Это пистолетик, бью, ману рисую. Давай. Близан, обнови, пожалуйста, жаба. Так, выбиваем некромантку. Давай, я готов. Холдери шипнул, некромантку точно. Да, шипай меня, да. У нас появится эфир, можно ферять будет тролда. Просто дисплейте некромантку. Да, да, сейчас я сделал, блядь, не, все отлично, диспарил. Захилил. Захилил. Отлично. Какие ману резну. А я вам доебашу. Да-да-да, все делаем. Че, у меня что-то ровно легко стоит. В смысле, в контроле, Ван? Я в контроле, Ван Дой побед собил. Лизан, аккуратнее, у тебя огромная какая-то угроза. Все, можно выбивать тролда. Грипни его сюда, что ли? Хотя нормально. Диспыл, диспыл, диспыл тролда. Захилил. Пойду диспалил. Собирай. Собирай и лови босса. Мордаун живи. Да нормально, все, я выжил не все. У меня еще СС есть 13 минут, если что. Так, так что можешь, в принципе, на меня сильно это не погасло. Убиваем. Босс идет. Погребальный костер 2 минуты 8 секунд точнее. Так отошли. От лица уйдите, от лица уйдите. Келетовс. Там босс. Ой-ой. Сейчас босса играйте. Убиваем. Все, изи. Женя. Все, место. Изи, ёпт. Первый раз. Че за посох? Чайника. Опа, печенька. Ты что? Получается. ГЦ?